Буквально недавно я вспоминал вот это вот, как развивается это предложение, почему не слышно ни о семитомнике, ни о краткой истории Казахстана для иностранцев. Ведь, казалось бы, краткая история — это небольшой какой-то буклетик должен быть, достаточно легким, понятным языком рассказать о том, о наших предках, о казахском ханстве, о великих Я вот деятелях. человек, который в процессе участвует. Ну-ка, признавайтесь. Да. Мы буквально вот месяца 3 назад окончательно решили с авторским коллективом, заключили договоры со всеми авторами. Я в том числе участвую в этом проекте. У нас ведущая организация, как я уже сказал, Институт истории и этнологии Валиханова. Там Зиябек Ермуханович этим вопросом занимается. Я, насколько знаю, он почти не спит, потому что там огромные средства выделены сейчас, и надо ими грамотно воспользоваться. С краткой историей мы постараемся быстрее эту работу завершить, в течение там не 3 лет, а 2 лет постараемся. Но там есть такой момент, что должен быть он легкий, Вот именно, доступный. популярный, доступный. И я не помню, на 7 или 8 авторов надо еще отредактировать, чтобы единый стиль был. Да, несомненно. То есть хорошая такая редакторская работа нужна Конечно. будет итоговая. И там еще очень такой важный момент. Его надо на хороший английский перевести. Да. Не академически сухой, а именно вот, чтобы он был легок в чтении. Вот. По этому поводу мы уже несколько раз встречались, проводили встречи, вот, договаривались где-то сократить количество дат, количество там персонажей, чтобы меньше было имен. Наиболее яркие, наверное. Да, наиболее яркие, наиболее важные вот в понимании процессов, протекающих вот на территории Да. Казахстана. То есть там есть свои вопросы. Я, насколько знаю, сейчас осенью или в конце сентября, или в октябре планируется конференция научная как раз вот по этому вопросу. Ну, там методологические вопросы, все это. И параллельно тексты пишутся уже. Ну, отлично, отлично. Тогда к концу года мы что-то уже, наверное, увидим, да? Ну, Какой-то мы увидим. Вы вряд кирпичик. ли, да, вы вряд ли, потому что там будут правки, редакторские правки и так далее. Еще, я думаю, уже при написанном тексте, еще с этим текстом очень много предстоит работы. Главное, что лед тронулся, процесс пошел, и работа идет. Люди пишут. Это самое главное, это радует. Хорошо. Так, ну, по семитомнику там как-то более-менее, да, Ну, уже? по семитомнику там сложнее. Там сложнее Сложнее. вопрос сам по себе, он объемный. И у нас была встреча вот с Дауреном Аскербековичем Абаевым по семитомнику. Министр там участвовал, председатель комитета науки, вот наши научные институты гуманитарного направления. Вот. И понятно, что, скажем, пятитомник советский в свое время, в 70-е годы, он писался в течение 5 лет. Пятитомник. После этого в 90-е годы издавался еще один пятитомник. Он, по-моему, 12 лет писался, если не ошибаюсь. Потом последний том, да, вот Да. затянулся. Первые четыре вроде бы Первые три три быстро вышли, быстро. да. А потом остальные я в третьем томе участвовал, поэтому помню. Вот. А здесь у нас задача семитомник в течение 3 лет сделать. Поэтому задача очень сложная. Вот. Но работа сейчас идет, авторские коллективы определены. Как я уже говорил, мы встречу проводили на уровне министра, и на уровне администрации президента. Там, в общем-то, понимание есть, поддержка обещана, общая концепция известна. Очень долго обсуждали, спорили очень много. И я подозреваю, еще споры будут среди ученых. Несомненно. Да, потому что, ну, в любой науке там есть разные Они точки же будут зрения, проходить разные еще концепции, обсуждения, да? да. Мы знаем примерно, какие тома будут вызывать наибольшие споры. Споры. Да, это 6-й том по советской истории и 7-й том по современной истории. Вот, они, конечно же, будут вызывать очень большие споры и за рубежами А нашей страны. Золотая Орда? Вот. Ну, здесь, думаю, здесь больше специалисты все-таки будут вовлечены в дискуссии. Все периоды, у нас очень много дискуссионных вопросов. Но общественный резонанс именно не среди специалистов, а среди широкой вот публики вызовут, думаю, советский период и Да. период независимости. Мы уже, ну, можем это Реакция прогнозировать будет обеспечена, да? обязательно. Эти 2 тома будут изучаться под очень большим микроскопом, поэтому у авторских коллективов перед ними очень большая вот ответственность стоит. Надо максимально быть объективными вот в этом плане, насколько это возможно Меньше вопросов, сегодня, наверное, да. по каменному веку, да?
Не, ну специалисты обязательно будут спорить, потому что там есть по каменному веку и по, скажем, эпохе бронзы и по раннему железному веку. Там дискуссий на самом деле очень много и, скажем, общественное мнение. Тот же Facebook, например, очень любит обсуждать вопросы, скажем, этногенетические. А это все упирается там в эпоху бронзы, в тот же каменный век. Сколько я помню, было дискуссий по поводу одомашнения лошади, а это медно-каменный век, это энеолит. Вроде, казалось бы, с нашего там 6 тысяч лет прошло, да. 5-6 тысяч лет, но так живо обсуждают, причем не специалисты, да. Так живо обсуждают вопрос одомашнения лошади, да. Предположим, или происхождение индоевропейцев, вот, или на каком языке говорили носители андроновской культуры, и корректно ли называть их андроновцами. То есть, я подозреваю, все тома вызовут интерес определенный. Читающие, но они нужны, да, нужны. Читающей публики же много на самом деле. И проблемы вообще, да, похожие на проблемы исторической науки, они существуют во всех науках. Вот. Но именно историческая наука, она вызывает больше общественный резонанс. Потому что историческая наука, история это не только вот, есть какая-то некая вот историческая наука, которой занимаются специалисты. А есть история как часть сознания общественного. Как историческое сознание, да, историческая, да, очень память. Важный элемент. Да, очень важный элемент. Поэтому мы как специалисты смиряемся с тем, что общество все время вот на историю с такой большой лупой смотрит, рассматривает. И когда какие-то обсуждения, вот скажем, в том же Фейсбуке читаешь, в комментариях, например, да, вот, и иногда хочется очень резко высказаться в адрес комментаторов, но ты понимаешь, что их так учили в школе. Да. Их так учили в школе. Они получили базовое образование, да, на, да, это, да, они, да, опираются. Да, им... это их историческая память. То есть, это, ну, если я считаю, что вот они говорят там что-то не так, это не их вина. Это вот их так научили в школе. Это такой был определенный информационный фон вокруг этой проблемы. Вот. И вот он таким образом у них отпечатался, угу, вот, в их индивидуальной исторической памяти. И по-другому быть не должно. Вот, да. Поэтому нам... Мы всегда вот говорим о том, что нам нужны какие-то институты, не обязательно государственные, может не государственные, может какие-то общественные, которые могли бы влиять на формирование исторического сознания, формирование исторической памяти. Вот. И вот как раз такие структуры, они должны получать базовое, целевое, прямое финансирование государства, потому что на сегодняшнем этапе, пока мы являемся государством молодым, и нация у нас формируется сейчас, для того, чтобы формировать эту национальную идентичность, нам необходимо каким-то образом влиять на историческое сознание. Иначе этим вопросом будут заниматься наши соседи. Вот, это вот очень опасно, конечно, да. То есть, если не будем делать мы, то это сделают за нас. Конечно, конечно. Мы и так на нашу историю смотрим до сих пор через призму тех идей, которые где-то были сформулированы, где-то, кем-то, и нам преподнесли, ребята, вот ваша история, она такая. Uh-huh. Вот. Но сейчас казахстанское общество вполне интеллектуально способно посмотреть на свою историю со своей собственной точки зрения. Это очень хорошо. Вот. Это прекрасно. А какие еще проекты реализует сейчас Институт истории государства? Концепция. Uh-huh. Самый большой сейчас вопрос – это концепция исторической науки. Последнее, вот, ну, как последнее сказать? Единственный раз у нас этот вопрос в 95-м году пытались решить. Был такой документ, как концепция исторической науки. Концепция истории Казахстана еще готовил ее Манаш Кабашевич Кузыбаев в свое время. Вот, очень хороший был документ, там перечислены были определенные вот узловые моменты истории, которые необходимо изучать. Вот оно, свою актуальность многие до сих пор не потеряли, прямо скажем. А концепция не должна идти впереди? Вот здесь есть как раз момент. У нас, во-первых, с тех пор изменилось само понимание, что такое концепция. Если раньше мы подходили к концепции, это некий такой абстрактный просто документ, определенное направление, как бы, то сейчас есть нормативно закрепленная концепция, как нормативный документ для государства. То есть, каким образом надо развивать ту или иную сферу.
Вот. И мы столкнулись с тем, что сегодня, например, мы не совсем представляем себе, чтобы понять, куда развиваться, надо понять, где мы находимся. А мы себе не представляем сейчас, что такое историческая наука Казахстана, какие темы изучены, какие не изучены, какие периоды у нас изучены, какие не изучены. Конечно, каждый историк в беседе скажет вам, вот сходу накидает сразу десяток, скажем, проблем, которые надо бы изучать. Но мы, когда вот такие беседы заводят, я всегда говорю, хорошо, докажите мне, сколько диссертаций было защищено на эту тему. Для этого надо сидеть в диссоветах, смотреть в архивах. Конечно, сколько монографий было написано на ту тему и сколько на эту. Действительно ли она не изучена? Или мы просто не знаем? Степень изученности. Степень изученности, да. Сколько, предположим, статей издано в наших журналах, так называемых, вот как говорят, ВАКовские, да, комитетом контроля в сфере образования и науки, в списке утвержденных, да? Сколько, скажем, на конференциях вот на эту тему выступали люди? А сколько издано, скажем, в рейтинговых зарубежных журналах? Насколько эти темы интересны зарубежным ученым? Когда мы начали эти вопросы задавать, выяснилось, что у нас никто не знает. У нас даже не ведется учет, только с 2015 года более-менее нормальный учет проектов, которые получили грантовое финансирование, только с 2015 года. И то мы знаем только... имеем где предыдущие доступ... 25 лет? Ну, они где-то вот в архивах тех университетов, где это велась работа. То есть надо это все поднимать, конечно, и унифицировать, конечно, да? Конечно, вот сейчас мы этой работой... Систематизировать. Сейчас мы этой работой занялись, тоже получили вот финансирование через программу «Целевое финансирование». Поехали у нас люди. Мы-то думали, что у нас каталоги все оцифрованы. С библиотеками вопросов нет. То есть изданные монографии мы можем посмотреть, да? Хотя бы аннотации. Вот, что там, о чем, кто писал. А в вопросах диссертации тоже еще более-менее, но все равно есть у нас периоды, которые выпали. Их нет ни в библиографических сборниках, предположим, да? И в это же время, начало 90-х годов, да, и в это же время еще база не была сформирована Национальным центром научно-технической информации. Там это все бумажное, на карточках. Тоже надо цифровать. Да, да, что-то оцифровано, что-то нет, не везде есть доступ. Почему-то мы столкнулись с тем, что Центр научно-технической информации может дать только 30% информации. Почему не 100%? И в чем там секрет? Откуда вот это? Это с советских времен идет, да? Какой-то норматив существует, да. Я вот тоже говорю, давайте подпишем письмо и обратимся. Надо этот норматив убрать, потому что... Ну, почему я, ученый, не имею права получить информацию о том, что делали ученые до меня? На этом вся наука строится. Вот, поэтому это очень большой объемный труд. Мы потом хотим создать какую-то базу данных по историкам, кто чем занимается. У нас, когда вопрос возникает... Вот давайте поднимем проблему по Золотой Орде, да, и начинает, значит, у нас парламент искать ученых, начинает у нас, скажем, министерство искать, начинает аппарат президента. И на личных связях, то есть, кого вы знаете вот из историков, которые, ну, это неправильно, должна быть какая-то база, у нас единственная есть база, защищенная диссертация, вот существующая. Получается, такая общедоступная база при этом должна быть, да? Не только для государства. Конечно, конечно. СМИ, журналисты могут обращаться за какими-то комментариями. Конечно. База защищенных диссертаций, в принципе, она доступная, но там есть очень большой вопрос. Человек, который защитил диссертацию по одной теме, он вполне может потом уйти на другую тему. То есть нам нужно знать его научные интересы после защиты диссертации. Есть люди, которые занимаются историей, при этом диссертация у них не историки. Я знаю очень хороших вот, по Золотой Орде, наш общий знакомый с вами занимается, я не буду фамилию озвучивать, но он по образованию не историк, и докторская у него защищена не по истории. И его все, его в базе не будет. Есть люди, которые защитились за рубежом и у нас работают. Есть люди, которые у нас защитились, но уехали за рубеж. Есть люди, которые защитились и не работают в науке вообще. И таких тоже, много, да? Таких тоже есть. Есть люди, которые прекрасные специалисты. Очень много публикаций. Публикации в рейтинговых журналах. Но они не защищались. Да. При этом они владеют информацией актуальной, как раз горячей. То есть вот эта база защищенной диссертации, она некорректна, неполная. Вот. И нам необходимо вот эту базу нарабатывать. Вот мы хотим в рамках этого проекта еще сделать такой вот
ресурс, где вот была бы вот такая доступная база историков, кто, где, в каком регионе, в каком он, желательно в каком университете или в каком научном центре он работает, как, по какой проблеме защитился, какой проблематикой занимается. Ну это здорово. А такие базы есть, допустим, по другим наукам? Я не знаю, по политологии? Есть разные, есть вот хорошо. То есть можно взять какую-то за образец? Ну, вы знаете, у нас в Казахстане вот так, по, так, так, с такими базами тяжело. У нас есть базы, просто вот она, как коммерческий проект существует, там ученые Казахстана есть, там, там самостоятельно добавляешься. Вот, и мы такими базами, ну это тоже вот, только те, кто активно там работает. Вот, можно через международные вот эти вот, есть специализированные, скажем, социальные сети ученых. Okay. Вот, то есть через них как-то можно там, ну вот мы хотим по историкам сделать. Ну здорово будет. И пример потом, для других. Да, будем. Понятно, что сейчас не получится у нас всех историков включить в эту базу, да. Ну, она будет живая, пополняться будет. Кто-то будет выбывать, кто-то будет добавляться. Всегда, скажем, тот же журналист, который какой-то темой занимается, хочет снять документальный фильм, предположим, да, там, я не знаю, там, ну, по любой исторической проблематике, скажем, поднятие целины, да. Вот, чтобы он мог зайти в эту базу, посмотреть, кто вообще из ученых по этим вопросам занимался, кто из них активно работает сейчас. Кто доступен, в конце концов. Кто доступен, да. Какие-то контакты их найти, связаться. То есть хотя бы для себя составить. Угу. Вот у нас этим вопросом такие-то люди занимались и такие-то занимаются сейчас. Прекрасно. Прекрасно. Да, и такие потребности возникают регулярно. Да, там, к какому-то дню, к юбилею или еще. Конечно. Что-то. И когда у нас будет ясная картина, вот что у нас сейчас на каком, тогда мы можем уже говорить. Там, давать поручения в концепции. Концепция для чего? Чтобы наметить определенные пути и какой-то план решения проблемы. И мы можем сказать, да, действительно, там проблема, скажем, там тюркских каганатов, у нас практически по ней никто, например, не защищался. Там 5-6 статей есть, например. Что значит надо делать? Значит, надо нам запланировать, видимо, усилить вот это направление, скажем, в университетах, рекомендовать для защиты диссертации. Возможно, там выделить гранты именно вот, ну, на это направление в вузах. Угу. Издавать книги. Издавать книги. Может быть, финансировать какой-то научный журнал отечественный вот по этому направлению, активировать. Ну, как по Золотой Орде мы сейчас, да, занялись, например, да, потому что это вот пробел большой. Вот. Отсюда эта идея возникла. Угу. Никто, потому что этой проблемой не занимался и кадры не готовил. А здесь как это? Все же друг с другом связано. Вот когда, конечно, дискуссия была по институту о Золотой Орде, да, там противники же говорили, у нас все равно кадров нет. А сторонники говорят, ну у нас сейчас кадров нет, но если мы не будем работать, у нас никогда кадров не будет. Не будет, конечно. Да. То есть надо с чего-то начинать. Ну, то есть вот понять хотя бы, вот, какие у нас запали периоды, какие у нас проблемы запали. Вот, по каким у нас много пишется, защищается. И рекомендацию Национальному научному совету, например. Надо поддержать гранты по там. Сейчас вот эти приоритетные направления мы из пальца высосали, они умозрительные. Мы решили, опять собрались вот так. Как вы думаете? Приблизительно. Ну, мы думаем, что надо вот поддержать вот такие направления. Да? А так мы могли уже научно обоснованно сказать, ребята, вот Национальный научный совет, вот вам перечень тем, по которым у нас вообще швах, провал, а они очень важны с точки зрения там национальной идентичности. Конечно. Вот. Давайте мы, вот, наверное, вот там, где у нас вот не изучено, вот на них может быть финансирование выделить. Если, конечно, заявки поступят. То есть, если кто-то очередь, возьмется за, да, это. Да, да. Соответственно, это же будет, скажем, как в концепции прописать, что вот университеты при подготовке докторов философии обратить внимание вот на такие темы, потому что они у нас провальные. Вот, хватит все время ходить вокруг, там, я не знаю, там, ну, не хочется это озвучивать. Те, кто занимается этой проблемой, могут обидеться, но какая-то проблема, которую вот изъездили вдоль и поперек. Понятно, что хорошие ученые
и в самой такой проблеме всегда найдет какое-то зерно, да, как, изюминку, да, изюминку, которая, да. Вот. Ну, у нас действительно, я сейчас тоже боюсь сказать, но я подозреваю, что у нас вылезут темы, по которым, наверное, 40% диссертации именно по этому периоду или по этой теме пишутся, если не 50%. Я столкнулся с тем, что вот смотрел старый библиографический указатель по защищенным диссертациям для себя вот. В рамках вот этой работы делал подсчет. В 90-м году 70% диссертаций по истории были защищены по истории партии. В 90-м году. Через год уже партии не будет. Ну, кто же знал? Я подозреваю, что такие перекосы, это уже тогда это был перекос. Потому что, ну, ведь существовала вся остальная история, ее никто не запрещал изучать. Вот. Но... где-то какой-то вот момент есть, и нам необходимо это понять, необходимо это изучить. Мы одновременно сейчас социологическое исследование проводим. Угу. Проводим опросы по всем регионам, историков там составили им опросник соответствующий. Хотим понять, как социология науки, что происходит именно вот, в историческом сообществе профессиональном, именно как сообществе. Вот. И там все вопросы, вопрос финансирования, вопросы... менеджмента науки и вопросы социального положения. Очень важный вопрос. Да, да, он позволит понять как бы картину, да, картину современного, да, ученого вот, и сферы исследований. Когда задают вопрос, там говорят, там больше женщин в науке, больше молодых. На что основывается, сложно покажите сказать. Да? Да, покажите, потому что общие цифры понятны статистически, там в целом по отрасли, там как по науке в целом, это понятно. Ну, мы можем там посчитать по защищенным диссертациям, опять-таки, да. А в целом, как я уже говорил, это же не отражает всю картину. Да. Вот. И тогда мы можем сказать, ой, ребята, смотрите, у нас феминизированная, оказывается, наука сильно. Или мы можем сказать, ой, ребята, смотрите, у нас в исторической науке одни пенсионеры сидят. Но пока мы ничего не можем сказать, потому что у нас нет данных. Нет данных, да, без данных нет результата. Нету полноценной картины. Конечно. Хорошо. Ну, пожелаем удачи в данной научной как бы проблеме и концепции. Это действительно очень важно и интересно. Так, еще что-то? Ну, не знаю, я же все-таки профессор университетский. Я могу 40 минут, потом перерыв, еще 40 минут рассказывать о любой проблеме. Нет, вот именно непосредственно институт. Вот есть какие-то целевые, допустим, или как называется, прикладные? Нет, не прикладные, да? Ну вот, вот смотрите, мы в рамках, опять же, этого проекта, да, сейчас готовим, хотим предложить и профессиональному сообществу, обществу в целом, и Министерству образования, хотим предложить новый базовый учебник по истории Казахстана для вузов. Uh-huh. Очень много критики в плане того, что в вузах осталась современная история Казахстана только лишь. В свое время, когда предлагали заменить историю Казахстана на современную историю Казахстана, было очень хорошее рациональное зерно. У нас происходило дублирование преподавания истории, грубо говоря, весь школьный курс, который изучали, у нас опять в вузе повторяли, да, грубо говоря, вот содержательную часть. Я в свое время сам был автором учебника истории Казахстана, поэтому я прекрасно понимаю, о чем идет речь. А сейчас, например, да, у нас получается, что не просто дублирование, три раза будет повторяться, потому что у нас изучается там до уровня там 9 класса, 10, грубо говоря, да, там 10-11 класс, там повторение, да, 11-12, там идет опять на другом уровне для профилизированной школы. И получается, в вузе уже третий раз, это нонсенс. Конечно. Вот. Но в то же время очень много критики, что только современная история Казахстана, например, это тоже не совсем правильно. Мы другое хотим предложить, другой вариант. Рассматривать историю Казахстана как науку на более высоком уровне, нежели в школе. Mm-hmm. То есть предложили вот такие три раздела, например. Первый раздел – это история как наука, что это действительно наука, это не беллетристика, это не из пальца высосанные какие-то, это не сборник летописей. Вот, это наука, она такая же наука, как все остальные, не менее естественная, чем физика, химия и математика. Вот, это хорошо будет для технических, аграрных, конечно, и других вузов. Это же вузов, как, да, раз для других специальностей имеется в виду. Uh-huh. Да. Вот. То есть первый раздел полностью, что такое источник, почему он субъективный, что такое исторический факт, как,
какие виды бывают исторических фактов? Почему историк не может сам процесс изучить, вынужден строить модели, как, ну, как другие ученые тоже там. Физик-ядерщик тоже не может потрогать электрон, он вынужден модель строить. Вот. И то же самое с астрономами. То есть первое полностью будет вот историческое время, в чем его специфика, почему периодизация, почему мы ее иногда пересматриваем, методы изучения источников, например, да, хронология, почему мы решили, что это событие было раньше, чем другое событие. Да, календари. Да. На каком основании мы к этому приходим? Да? Как мы хиджру там с современным летоисчислением сопоставляем, да. Вот. Почему мы вообще вот это все пишем в учебниках? Тоже простым доступным языком объяснить студентам. В принципе, да. Да. Наверное, это, надо. Это первый момент. Мы же политологию именно так изучаем в школе, в ВУЗе. То есть теорию даем политических систем. Угу. Здесь нужно дать теорию исторической науки. Но не как студенту-историку, а более доступно. Более доступно. Это будет первый раздел. Второй раздел мы хотим дать цивилизационные основы нашей истории. То есть объяснить, что такое вот эта степная цивилизация. Ее материальные корни, что такое скотоводство кочевое, почему оно не является чисто кочевым, какие там были хозяйственные уклады внутри, почему города развивались, какую роль торговля играла и почему эта цивилизация исчезла. Духовные основы этой цивилизации, там, все вот эти аспекты во второй раздел собрать. Хорошо. И в том числе, скажем, вопросы трансформации. Вот мало кто знает, что в 20-х годах была очень бурная дискуссия о возможности модернизации кочевого хозяйства казахов. Были прекрасные предложения, были причем проработанные предложения экономистов. Мы хотим это тоже показать. То есть какие были выходы, какие альтернативы были. И почему вот эта вот так называемая сталинская модернизация, с ее коллективизацией, голодом и так далее, почему она победила. Были другие альтернативы, не обязательно вот это кочевое общество модернизировать самым, был выбран самый жестокий, радикальный способ модернизации. Да. Вот. Но были другие альтернативы, о них тоже должны мы знать. И, наконец, третий раздел, это, собственно, история независимого Казахстана. Вот. В первую очередь мы хотим показать причины распада Советского Союза. Потому что сейчас, к большому сожалению, я вижу тенденцию отрицания закономерности распада СССР. Mm-hmm. Что это чуть ли не заговор там, 5-6 человек, либо какого-то, там, я не знаю, теневого правительства Земли и так далее. Вот. И ностальгирующих мы знаем очень много по Советскому Союзу. Вот, но мы хотим показать именно закономерность этого распада и логику и закономерность именно современной истории Казахстана. Потому что, опять-таки, у нас же это уже тесно соприкасается с политикой, очень много спекуляций на эту тему, попытки представить это все опять как заговор какой-то вот узкой там, прослойки и так далее. Как ученый я с этим согласиться не могу, потому что мы прекрасно знаем и роль личности в истории, конечно, и роль массы в истории. Да. И та формула, которую не к ночи будет помянут Ленин, говорил о том, что революционная ситуация, когда возникает, да, она в принципе остается актуальной. То есть здесь должно быть сочетание многих условий объективных. Вот. И распад, конечно, распад такой огромной империи, как Советский Союз, вот, он мог быть только вызван объективными причинами. Какие-то события, возможно, там могли бы быть так или иначе. Что-то но... толчком послужило. Да, да, да. Может быть, характер каких-то процессов был бы немножко другой. Но сам вот распад Советского Союза, он был заложен в самой природе этого государства. И вот это нам надо объяснить, опять доходчиво объяснить студентам. Студент это все-таки... будущая интеллектуальная элита нашей страны. Да. Они должны понимать, в какой стране они живут, почему происходит так или иначе, как сложилась современная политическая система Казахстана со всеми ее достоинствами и недостатками. Надо объяснить, конечно, надо, чтобы надо они понимали это. Надо, чтобы они понимали. И чтобы они завтра могли об этом сказать. Конечно. Опять-таки, находясь где-нибудь по международному обмену или где-то. То есть мы должны воспитать патриотизм. Чтобы они патриотизм. Логику процесса понимали. Да? И они могли понимать, что вот
90-е годы вот так это происходило, потому что да. вот такие какие-то условия Почему? Были. Да. В 2000-х это происходило так, потому что вот такие условия были. Были ошибки какие-то, были, соответственно, очень какие-то удачные решения. Были какие-то предложения, которые могли бы вообще дать толчок стране, да, но они не реализовались. Почему? Какие-то условия же не позволили им реализоваться. Да, да, да. И здесь уже 10-е, 20-е уже. Конечно, и, соответственно, он как мыслящий человек, мы же предполагаем, что выпускник вуза это мыслящий человек, он как мыслящий человек, соответственно, будет понимать свое место в политической системе. Не будет говорить, да я не пойду на выборы, потому что там ничего я не решаю, они все равно там нарисуют и так далее. И такое мнение тоже Конечно, есть. Причем, что разочаровывает такое мнение у людей с высшим образованием есть. Вот, более будет какая-то активная, может быть, жизненная позиция, если они будут понимать вот эти процессы. Мы хотим, понятно, что часто упрекают, что мы современную историю пишем, и там одни там, словословия там, и так далее. Мы попытаемся именно объяснить причины этих процессов. Правильно. И заострить внимание на молодежи. Конечно. Да. Конечно. Хорошо. Ну, замечательно. Это как бы правильно расставленные приоритеты. И хорошо, что и концепции занялись именно вы, именно сейчас. Я думаю, эти параллельно идущие процессы дадут определенный результат. Может быть, даже какой-то это, вот да. такой усиленный эффект будет. Хорошо. Пожелаем вам удачи. Спасибо. И ждем вас также в гостях нашей студии. Спасибо.